Что вы знаете о палестинских бабушках? Под таким названием в сети распространилось видео с участием пожилой мусульманки из Палестины. Действие происходит на футбольном поле, куда главная героиня ролика по имени Айман отправилась, чтобы посмотреть футбольный матч и поболеть за любимую команду. В какой-то момент женщина с флагом в руке выскакивает на поле и высказывает претензии судье. Активно жестикулируя руками и даже ногами, она пытается оспорить решение арбитра, не обращая внимания на оклики с арены. Видео Айман прокомментировало большое количество людей. Участники обсуждений тепло отзываются о женщине и желают ей долгих лет жизни. Палестинские бабушки часто оказываются в центре внимания любителей видеосъемок. На этих кадрах, снятых пару лет назад, мужественная палестинка пытается разнять израильских военных и протестующих палестинцев. Первых она заставляет опустить оружие, вторых сердито отсчитывает. Палестинские бабушки не только разнимают воюющих, но и получают знания. Эта мусульманка стала выпускницей вуза в свои 85 лет. Все эти видеокадры – лишь крупицы нерассказанных историй из жизни женщин, проживающих на оккупированных палестинских территориях.